Снова здравствуйте, наши уважаемые клиенты интернет-магазин Тибегун. Очередная новинка, очередной обзор от нашей компании. 049HM, новый цвет, карбон. В принципе, все то же самое, что и до этого было, но добавились небольшие фишки. Сейчас вам расскажем. Функционалу появилась защита новая. Появились фары новые, мы вам сейчас покажем. Немного по комплектации. Спидометр, обычный стандартный набор, глушилка, фал безопасности, себе крепите, если не дай бог падаете, мотоцикл останавливается. Электростартер, ручной стартер, брелок в комплекте, заводит, глушит, ставит на сигнализацию. Вот примерно такой звук издает он. Скорость вперед, километров до 35 разгоняется он, больше не надо. Два багажника спереди и сзади. Очень удобно. Попробуем завести. Так вот он работает. Такие фишки. Фары сделали под ксенон. Светят очень хорошо. Подвеску все видно. Система амортизации. Заднего вида, задняя система амортизации. Хороший квадроцикл. Заходите на сайт www.tibegun.ru, расскажем, приезжайте, покажем, закажете, катайтесь на здоровье. Спасибо большое, до свидания.